Так, ну что, сегодня 4 августа, 13:00. Аня мне написала, что у нее плохой КТГ. Вот, а врач сказала ее, которая в Лапино. Что сказала Аня? Давай сама расскажи. Она сказала, едь. Она мне позвонила и сказала, езжай, мы тебе сейчас еще раз сделаем КТГ, потому что мне что-то не очень понравилось. Потому что там пульс высокий. Ну, сердцебиение высокое у ребенка. Вот. Это предвещик чего? Ну, перед родами обычно так происходит. Да, у меня уже все врачи говорят, что сейчас вот в ближайшие дни. Ну, вряд ли сегодня. Алло, да, алло, алло. Алло, привет, говорю. Привет, привет. Ну что ты там, жену повез уже? Ну еще нет, вот мы чемодан собираем. Смотри мне, я на тебя надеюсь, я вообще очень на тебя надеюсь. Чего там Анечка, занята что ли? Да, ну как, бегает. Схватки не начались еще? Ну вот, вроде что-то там это как-то мелькает. Алло, Анечка. Да, да. Привет, Анечка. Ну что ты там, готова? Все, это, короче, наш вот этот вот, все, что нужно. С Богом. Мне понятно. Ну. Пишите, а? Что, что? Перекрещивайся. Я вообще-то не крещу. Микки, ты хоть перекрестись? Давай. Пока. Поехали. Давай, дорогая. А ключ не обнаружен! Ой, там дети. В рюкзаке стопудово. Нет, он не здесь. Ключа нету. Мужчина, а можете выпустить, пожалуйста? Давай, брат, открывай, открывай. Блин, мне, наверное, стремнее всего будет с малым ехать. Ой, жопу свело. Все, давай, поехали. Поехали. Все, давай. Поехали. Как ехать? Дебил? Не завелась. Так, успокаивайся. Давай, так что ты не взял, не пойму. На, все взял, все четко, на, поехали. Все, давай. Все, давай, с Микки погуляй. Ну, можно уже завтра. Ну, похер, не гуляй. Все, болтухается там малой. На выход. Ищет выход. Ну, нашел, походу, его, да? Проткнул пальчиком. Вот его, да, отошли. Да. Так, Моника, какой-то счетчик схваток включился. Все норм? Да. А? Да. Что-то больно тебе? Да. Реально? Схватки, это больно тебе. Прям больно? Ну, уже отпустила. Типа это что, это как прям ну, вот минуту, сжимается все прям жестко? У меня схватка сейчас была. Реально? Минуту мне было больно. И сжимается типа все? Да, и сейчас будет перерыв, несколько минут. Говоришь, что мы приехали в этот... А ГТГ аппарат я отдам, окей. А, да, и там папка. Папка, все, все будет. Закрывай. Ой, у меня полотенце между ног висит, это так угарно. Манечка сейчас рожать будет. Охереть вообще, что за происходит? Прикиньте, 9 месяцев назад я просто об этом узнал. А сейчас мы это... Ты прикинь, как быстро время прошло, 9 месяцев. Да вообще просто расплюнуть, я не знаю, вот хоп и все, щелчок. Как и вся жизнь на самом деле проходит. И нужно ценить такие моменты, кайфовать. Здравствуйте. А можете принять, мы рожаем. Принимайте гостю. Какое имя? А, да. Начинается на, заканчивается на... Ой, на... Так, начинается на... Заканчивается? Да. А вас снимать можно? Ну, можно. Супер. Ну, давайте. Да. Да? Это значит, что вы... Нет. Какое число? Сейчас. 9-9. Нет, еще 8. Еще, да, 8. Да, еще 8. 51 минута. Аньку уже переодели, у меня взяли мазок на ковид. И сейчас летим в палату. Сейчас, кстати, время. 23:52, 8 августа. Получается, 9 августа Димас Блок станет батей. Да, сейчас сделаем вещи на ум. Оставляете нижнее белье и носочки. Остальное все снимаете. А нижнее белье и носочки?
С вещами выйдите, я вам покажу шкафчик. Хорошо, да, хорошо. Цепи все, все это снимать. Да, да, это все снимать? Да, лучше, лучше, нифига, нужно. Я какие-то глупые вопросы задаю. Это растерянно, если честно. Охереть, у меня костюм, смотрите. Прикольно. Смотрите, моя новая футболочка. Штанишки. Что за чувство, расскажи. Ну, мне просто интересно. Давай, дыши. О, я помню это местечко. Вот, блин. О, тана. Да, мы тут уже были, мы знаем все. Спасибо, спасибо. Давай, ложись. Стало больней. Стало больней. Но это так и должно быть, да? Ну да. Так уже все сильнее и сильнее начинают схватки. Поставили вот такой вот приборчик. Пылесочку. Давай, дыши, дыши. Схватило меня прям нормально так. Будто записил, я пошутил. Шучу, шучу. Знаешь, такой совет. Кайфуй от боли. Потом будешь запоминать, да? Поверь, я забуду. Забудешь? В плане, это боль. Да, мне кажется, и вряд ли. Потом, все говорят, что они забывают, наоборот. Не, ну помнят, конечно, но я имею в виду, мне уже будет пофиг. Поверь. Я прям вспоминаю Дубай, как ты меня сжимала. Так же сжимала почти. Давай, дыши, дыши, дыши. Нам принесли вот такой вот мячик. И когда схватка начинается, получается, кому-то помогают эти мячики, кому-то, как я понимаю, нет. Сейчас будем пробовать. Началась? Походу начинается. Ну что, прыгать надо? Нравится? Реально? Ну так легче. Прыгать легче. Давай, писечка, писечка. Еще. Мы долго. Часа два только еще ждать чего-то. А потом только. А что это? Что за часа ждать? Еще брать приедет, пока все, и фильм посмотрит. Так, время уже 1:15. Девушка! А можно, пожалуйста, врача анестезию сделать? Уже больновато. В туалет надо обязательно, да? Да. Давай. Что сказать, пошли? Скажи, насколько это больно, от 1 до 10. Не знаю. Ну, из всех твоих болевых ощущений. Из всех, которые у меня были, конечно же, это самое больное, что было. Что, как это еще описать? Есть на что-нибудь аллергии? Нет. Где галочку, можешь хорошо спешить? Пока буду спрашивать немножко. Это, значит, нет ни на что аллергии. Роды какие? Роды какие? Первые. Когда-нибудь схватки, я тебе уложу определенным образом. То есть подбородок к груди, коленки к животу, так позу, грубо говоря, беру, так другой вниз спинкой. Я сзади буду. Проекция вот позвоночник, поясница, линии пересечения, нет для уколов. Иголочки тоненькие, не столько больно, сколько неприятно. Все, что буду делать, буду тебе говорить, ладно? Маленький участок кожи мне нужно будет заморозить. Вот это единственный момент, чуть-чуть придется потерпеть. Не отпускаешь, что ли? Отпустил? Не очень. А что, сжимаешь дальше? Жесть, да? Что, можно и поспать? Здрасте, здрасте. Хорошо. Ну что, уже обезболили? Обезвредили? Сейчас потихоньку станет легче и совсем не больно. Это пришел наш врач.
Меня зовут Ларина Екатерина Борисовна. Я врач-акушер-гинеколог. Я закончила Московский государственный университет имени Ломоносова, факультет фундаментальной медицины. Потом училась в ординатуре, потом училась в аспирантуре, потом защитила кандидатскую диссертацию. Вот работаю врачом. Уже в самой 10. Лучшей клинике Лапина. Да, самый лучший госпиталь мира. Супер. Нормально. Тогда я сейчас как станет не больно, во-первых, чайку дадим попить, и потом можно будет подремать где-нибудь часик полтора. Посмотрю полчетвертого. Хорошо. Короче, нам сказали, что через 2 часа Аня родит. Ну, примерно. Прикиньте, 2 часа. Так, мы, короче, поспать. Так, ну что, время 5:38. Сейчас подходят уже врачи. И сейчас уже будем рожать. Готов? Угу. Не дрожим. Трясучка. Activated. Ну что, ребятки, 6 утра, чуть-чуть подремали, я чуть-чуть поспал, Анька не особо смогла это сделать. Да. Дыши, выдох делаем. Страшновато мне немного. Да не ссы, все четко. Ну, сейчас как обычно делаем. Сходить в туалет. Ты угораешь. А вот схватка ушла. Распирания вот этого ощущения нет? Чуть-чуть. Немножко поддавливает. Ну, чуть-чуть хорошо. Молодец. Выдыхай. Прям посильнее. Выдыхай, не бойся. Но вот это давление, это делает выдох. Прям мощный такой. Еще вдох и выдох. Губы в трубочку, как будто ты набираешь шарик. Нос чешется. Почеши. Все чешется у тебя. Да. Ну что, всем добренькое утречко. 6:30. Сейчас только начинаем. И вот, слышите, Аня дует в трубочку. Ей дали такую трубочку, когда схватка начинается, чтобы вдувала, правильно дышала. Чего решили снять? Мы решили снять, как вы зайдете и скажете, начинаем! Начинаем. Так, ну все, поздравляем тебя, ты стала мамой. Я стала папой. Меня сказали, что я супергерой. Она супергерой, у нее живот исчез, чтобы вы понимали, просто живот исчез. Я не знаю, и она родила за минут 20. Ну вот, начались прям активно, и минут 20 это продлилось. И из этого что получилось? Получилось вот это вот чудо в перьях. Слюньки, да. Может, вытереть ему? Нет, можно? Это вот все, что сейчас... Ну,
хватит пускать слюни. Хватит. Непонятно, на кого похож пока что. Ну все. Все. Ну все, хватит плакать. Все. Вот и слюник нету. Норм. Так, ну давай еще раз посмотрим, на кого похож. Вот, все, без слюник. Красавчик. Так, ну что, мы поспали часочек. Потом Аня уже не вытерпела, говорю, несите мне малого. Вот нам привезли на такой вот колясочке. Вот этого вот бэбика. Эй, писюн. Такая вот у него ножичка маленькая. И рука. Мы уже с Аней обсуждали такую тему. Приезжаем мы домой. Ставим чемодан, заходим пойдем с малым. В кроватку. Да, пойдем. И в кроватку. А что дальше? Делать? Да. Этого тоже писюна. Чешуйчатый лоб. Носик такой все маленькая, жесть вообще. Откуда это все? Это наши. Смотри, опять личико закрывает. Ну, скажи, в животе прям. Скажи, что? Я очень счастлива. И то, что мне было очень больно. То, что мне было очень больно. Вообще, это все вообще не важно. Это все того стоит. То, что кушаешь. Ты что, клакса? Ты в Диму? Чего ты в Диму сразу? Все, всем спасибо, что вы в этот день с нами побывали, прочувствовали. Надеюсь, для кого-то это будет еще одно такое чудо, что нужно делать, не бояться. И вот к этому всему. Ё-моё. У меня улыбка, радость и просто все вместе это счастье. Все. Всем пока-пока.